Стать ближай да пациентак. Такую задачу ставить Могилевская больница номер один. Упершиню у Могилеве коллектив медицинской установы проведет день открытых дверей. Сустреча будет тематичной. Жаночее здоровье, тяжарность, роды. Команда урачов и медицинских сестер готова ознайомить усіх жадаючих с сучасними махчимостями больницы по подтримці будущих мати. Проведут консультации и по проблемах жаночего здоровья. Каб отказать на все пытания, урачи пропонуют огляд отделений, родовых и послеродовых палат и навод операционного блока. Мы открываем свои двери для того, чтобы вы сами убедились, кто здесь работает, как здесь работает, какие виды помощи мы можем вам предложить, какие виды услуг мы можем вам предложить и в каких условиях вы здесь будете находиться и где будет исполняться это таинство рождения ребенка. Перший день отчиненных дверей у Могилевской больницы номер один пройдет у субботу 18 лютого с 11:00.